Защита прав потребителей, эпидемиологический и санитарный контроль, научные исследования – все это зона ответственности Роспотребнадзора. В курортном городе работа санитарных врачей крайне важна. Регулярно специалисты берут пробы воздуха и воды в Черном море. Они же проверяют качество продукции, которую реализуют на территории курорта. Основные направления – это выявление нарушений законодательства санитарного, то есть осуществление государственного федерального санитарно-эпидемиологического надзора, когда мы организуем проверки всех объектов хозяйствующих, как образование, детские сады, школы, так и в летний оздоровительный сезон, объекта коммунального назначения. В 2018 году было проведено более 580 проверок. Из-за нарушений закрыли 17 предприятий, 6 из которых реализовали некачественную свинину. По словам специалистов Роспотребнадзора, больше всего анапчане жалуются на нарушение санитарных норм в гостиницах и кафе. Чаще стали проверять и многоквартирные дома из-за технологического шума и некачественно сделанной вентиляции. А вот с детскими садами и школами ситуация улучшилась. Анапа – один из лидеров края по приготовлению горячего питания для детей. Есть над чем совместно работать, я думаю, что только конструктивно. И в этот год, я думаю, что в следующем году мы также с вами встретимся и послушаем, что у нас динамика в нашу сторону будет, конечно же, положительная. То есть меньше актов реагирования, меньше представлений, меньше всего. И больше мы всего выполнили, больше всего сделали для обеспечения нормального функционирования наших социальных объектов. Спасибо вам большое. Спасибо. Конечно, сегодня многие вопросы решаются, и решаются с вашим большим участием, потому что вы сегодня неравнодушные люди, и мы бы хотели, чтобы вы, в общем-то, вставали на защиту анапчан, потому что проблемы и работ очень много. В Роспотребнадзоре работают 13 специалистов. За их вклад в обеспечение порядка и безопасности на территории курорта сотрудники получили благодарности и грамоты от администрации Анапы и Совета муниципального образования. Елена Мухортова, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион.